И вот перед вами картинка. Скажите, пожалуйста, сколько здесь сосудов в нашем организме, если выстроить в одну цепочку? Не километры уже, тысячи километров. По расценкам от 20 до 100 тысяч километров в нашем организме вот столько сосудов. И скажите мне, пожалуйста, почему так много инсульта, инфаркта? Почему так много дистрофий всяких разных? Почему мы в очках ходим до сих пор? Почему так много катаракт, глаукома и так далее? Потому что плохое что? Кровоснабжение. Главная причина. Этих сосудов хватит на сотню человек уже. Так нас Бог создал. И вдруг этих сотни, десятки тысяч километров сосудов нам не хватает, чтобы обеспечить кровоснабжение нашего органа системы. Почему это так происходит? Где причина? Конечно, уважаемые коллеги, причина в сосудах, потому что они что, извитые и не работают. И вторая причина какая? Клетки склеены, не могут они циркулировать по этим мелким сосудам. А если вы совершили какой-нибудь стресс, что происходит с сосудами? Вот смотрите, очень просто все. Вот вы сидите сейчас, все в порядке, ну еще кто-то уже спит, а кто-то еще дышит нормально. Но тем не менее, вот дышим одну минуту, и вдруг закружилась голова. Казалось бы, мы же с вами дышим, кислорода больше дали, а голова кружится за счет чего? За счет того, что при глубоком дыхании удаляется углекислота из сосуда, что? Спазмируется, совершенно верно. Спазмируется сосуд, и возникают очень большие проблемы. Если 40% сосудов головного мозга перестанет работать, что с ним будет? Он перестает соображать. Не всегда атеросклероз, я вас уверяю. Я еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, что наш организм умнее, чем мы с вами думаем. Возможности значительно больше, чем мы с вами думаем. Представьте себе, что наш мозг включен всего, ну, самую большую цифру поставим, 10%. 10% мозг работает, остальное дело, ничего не делает, балду бьет. Не хочет работать, потому что он у нас действительно не включен, потому что, первое, нет необходимости, потому что от него ничего не требует, а второе, он просто не может работать, ресурса нету, кровоснабжения нет. Поэтому что происходит, когда плохое кровоснабжение? Плохое зрение, плохой слух и много всяких других, головокружений и так далее. Это связано с нарушением кровоснабжения. Итак, уважаемые коллеги, самый главный механизм кровоснабжения какой? Физиологический, постоянный, в течение многих лет жизни. Ну, сердце понятно, оно качает постоянно, это понятно. Я говорю о сосудах сейчас. Уважаемые коллеги, в нашем организме есть банальная аминокислота, вся та же, аргинин, который в организме расщепляется под влиянием фермента и образуется что? Окись азота. Американцы получили Нобелевскую премию еще в 1983 году за это открытие. Что делает окись азота? Он расширяет мгновенно все сосуды, где бы это ни было. Он расширяет все бронхи, все спазмированные спазмы в кишечнике, в желчном пузыре, где хотите. И очень быстренько все восстанавливается. Так вот, уважаемые коллеги, аргинина в этом соке, но не море. Давайте назовем еще один продукт, который у нас есть в Сибири, который содержит аргинина совсем много. Кедровый орех, уважаемые коллеги. Нет в мире более богатого, чем аргинин продукт. Кедровый орех. И мы с вами ищем, как бы вылечить этот атеросклероз. Как бы сосуды улучшить, чтобы они работали. Уважаемые коллеги, под ногами ходите? Не хотите даже видеть эти кедровые орехи, которые на цену золота вообще должны быть. А мы говорим, вот он дорогой и так далее. Недорогой для этой цели. Лучше кусок мяса не есть, а именно это съесть, уважаемые коллеги. Поэтому, видите, в принципе, все просто. Нам только нужно немножко научиться по-другому к питанию относиться, к жизни относиться, к сну, к воде и так далее. Итак, уважаемые коллеги, аргинин образуется в окиси азота, а окись азота расширяет все сосуды. Поэтому никакой гипертонии в такого человека не будет, уважаемые коллеги. Потому что основная гипертония – это не гипертония, это банальное нарушение вегетативной регуляции сосудов. И не более того, чтобы возникло уже давление 210, и она держала стойку, это я не знаю, какие сосуды надо деревянные уже иметь, до какой жизни надо уже дойти. Когда такая ситуация будет? Та ситуация, которая есть, это может быть 10% населения. А остальная гипертония, она банальная, уважаемые коллеги. Она зависит от чего? От гипоксии мозга. Не работают сосудики там, и он требует что? Дай мне кислород. А мы с вами что делаем? А мы снижаем давление. Он повышает давление. Почему он повышает давление, как вы думаете?
Конечно, все просто. Вот вы, я привожу этот пример очень часто. Вы живете на 12 этаже, а в трубе давление достаточно только до 5 этажа. Воды нету выше 5 этажа. Что должен сделать слесарь, чтобы на 12 этаже получить давление? Повысить давление в трубе всего лишь. Поэтому, Жень, коллеги, здесь точно такая ситуация. Поэтому, когда давление меньше 170-160, никаких гипотензивных не надо, это глупости полные. Вы создаете еще, усугубляете гипоксию головного мозга, создаете себе такие проблемы, с которыми потом человек не выберется никогда. А что нужно сделать? Улучшить циркуляцию крови в головном мозге, чтобы кровь была не склеена, эритроциты должны циркулировать, и восстановить проходимость сосудов, чтобы они более-менее нормальные были. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами имеем еще один очень серьезный механизм. Образование из аргинина окислого азота, который аргинина очень много, и таким образом решаем проблему очень серьезную с давлением. Есть еще ряд веществ, которые вообще могут отрегулировать давление без всяких лекарственных средств, гипотензивных средств, если это нужно. Жаль, коллеги, а бывает так, что он может резко снизить давление и вообще навредить человеку? Нет, дорогие мои, наш организм очень умно устроен. Если вот есть такие направления, как иммуномодуляторы. То есть, если иммунитет низкий, он его будет повышать, а иммунитет высокий, он его и будет снижать. Поэтому, уважаемые коллеги, здесь примерно тот же механизм. Прямая обратная связь. Наш организм очень умно реагирует всегда. Наша с вами задача только ему в этом не мешать. Итак, уважаемые коллеги, сегодня проблема гипертонической болезни, проблема сердечно-сосудистых заболеваний является самой серьезной мировой проблемой. Скажите, пожалуйста, сколько людей умирает от сердечно-сосудистых и вообще сосудистых заболеваний? 53% населения планеты, уже не только России, 53%.